Крули. Всем хай! С вами Юджин, тот самый заросший чувак, который сидит уже несколько месяцев в заперти. И он не уверен, что есть кто-то, кто сидит по другую сторону экрана и смотрит. Но он надеется, что сигнал дойдет. И он посылает сигнал прекрасной игрой Ори. And the Will of the Wisps. Мы сегодня гамаем в нее. По-черному, друзья мои. Нам сегодня нужно будет с вами добраться до зимы. И это очень сложно. Как это сделать? Это что? Это телепорты, да? Джампады. Не знаю, короче. Нам вот сюда нужно. Ну, телепортся. Не телепортится, ладно. Тогда вот так. Короче, нам придется сейчас пробраться сквозь мишку. А мы это можем сделать, ведь дырок мы ему в башке понаделали за все наше время, что мы играем вместе. Ой, как много. Мишка, настоящий дуршлаг. Мы должны с тобой поговорить? Знаешь, дух, мне уже было показалось, что все и вправду налаживается. Для кого-то надежда покинула Нивен вместе с духами, а Квалок не переставал верить. Он стольких спас. Я сделаю все, чтобы его труды не пропали даром. Но сейчас мне очень одиноко. Пойдем ко мне в палатку. Я буду по нему скучать. Да, давайте посмотрим, какие проекты мы с вами можем выполнить. Погодите. А, разве мы не делали этого? Давайте. Крыша над головой. Отлично, прямо сейчас и начну. Ой, мы с вами добрые. Мы с вами добрые существа. Делаем всякое. Под знатный кофеек. А чем больше домиков, тем больше моки. Нельзя же все на Квалок сваливать. Вот, рад был повидаться, да. Вот кто скучает из вас, друзья, по кафешкам? Я очень скучаю, это хочется... Привет. Духи ушли, а мои деревья пали жертвой упадка одно с другим. Но ты вернулся и нашел дом, да. Мягкую почву для последнего семечка. Может, еще есть надежда на новую жизнь? Может, последнее семя станет первым деревом? Семечка! Ай да ты, молодец, мой друг! Я забыл про семечко, которое у нас есть. Это нельзя оставлять. Без семечка нельзя. Погодите, а как тут подобрать? Хорошо, подобрал. Семку притащили. Будешь семку? Как успехи, дух? Получилось найти? Конечно, получилось. Прилипалы? Тогда приступим. Я очень скучаю по кафешкам. Хочется зайти и сесть. Опа-на! В детстве я как-то дождался, пока брат уснет, и посыпал ему головы ее стеблями. Я их... явно недооценил. Бедная матушка потом несколько часов пыталась все это вытащить. Кто из вас верил... Обязательно поставьте лайк, друзья, обязательно. Кто из вас верил в детстве, что... Знаете, когда говорят, если ты съешь семечко от арбуза, то арбуз прорастет внутри тебя. Кому так врали еще нагло? Только мне? Ну ладно. Но все равно лайк поставьте, блин. Угу. Я не могу по этой лестнице. А нафиг мне? А черт его знает. Есть оно и есть. Окей. В целом нам нужно уже с вами валить. Так, ты ничего нам не надо с тобой? Хотя, быренько. Мои покупатели шепчут о твоей подруге. Говорят, что ты пытаешься ее спасти. Когда-то у меня была подруга. А потом остались лишь сверкающие осколки. О, да, твоя сила восхищает. Я запомню, как тебя зовут. Орио. Оскорбление, ребят. Не желаешь улучшить свои осколки духов? Ну-ка, посмотри, у нас есть улучшение. Мы вообще дофига с вами заработали, так-то. Магнит. Вы притягиваете нафиг волну духов, выносите больше урона, когда у вас есть духовный свет. Нет. Усовершенствованный импульс наносит урон. Хочу. Вы получаете одну дополнительную... хочу еще. Что у нас еще? Безрассудство, fuck this.
Снаряд духов делится на 3 снаряда, да. И меньше урона нам понадобится. Благодарю за финансовую поддержку. Да. Не благодари. Мы можем куда-то... Ой, как высоко залезть. Руда. У нас новая руда. Собственно, видео уже идет как минут 5, а мы не начали играть особо. Страдаем какой-то фигней. Да ладно, не, на самом деле мы играем, делаем очень полезные вещи. Мы помогаем. Тут прикольно сделали, на самом деле, в этой игре, потому что есть такой элемент, знаете, заботы. Заботы о ближнем своем. Ой, видели, видели, это безопасные колючки. Не кацануло меня вовсе. Это хорошо. Так, здесь мы секреты уже все нашли. Правильно ли мы идем? Карта. Карта. Нет карты. Почему? А, вот. Да, мы идем правильно. Нам осталось совсем немножечко. Пощель ты. Так, по щам получил. Тот и же. У-ху-ху. О, а мы не могли с вами сюда пробраться в тот раз. А теперь мы могем. Разве это не дивно? Разве мы теперь не самое всемогущее существо? Глупый ты, Евгений, слова не можешь нормально произносить. Коверкаешься, позоришься перед детишками, которые тебя смотрят. На самом деле, я знаю, что меня смотрит и много взрослых людей. Вот лайк, если ты взрослый людь. Если ты взрослый, то лайк. А если ты детишка, то лайк. Смотрите. Здесь живет великий Баур Ори. Он устал от долгой зимы, которую принес его владение Евгений, и теперь спит. Но память леса еще хранит в себе весну. Может, и Баур о ней вспомнит, если выйдет его разбудить. Кстати, да, ребят, я знаю, я вижу, что вы все ждете, когда Long Dark выпущу. Я, знаете, это вот, это, короче, моя фишка. Я не могу долго играть в одни и те же игры. Я так устаю от них. То есть мне хочется разнообразия немного. И отчасти из-за этого я никак не могу научиться играть нормально. Особенно в шутеры. Но, поймите, я хочу, чтобы мне это приносило удовольствие. Вот я и растягиваю удовольствие. Давай, вставай, конечно же. Вставать надо бы. Смотрите, он среагировал. Видите? Он брови поднял. Может быть, тебе... По носу задеть? Нет. И ударить даже никак нельзя, блин. Стоп! Стоп, 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 стоп. Давайте-ка взмахом его. Апчих! Хорошо, что чих не с того места случайно не вышел. Мы можем его еще... Не, все, нормально. Поговорить. Как мы быстро решили загадку? Мне снилось, что ты придешь, дух. Но уже поздно. В этих краях царят лютый мороз и стужа. Весеннее тепло дремлет под толщей льда на вершине горы. Я знаю, не тот голос ему подобрал, как в оригинале, но все-таки это Гмишка, он родной нам. Здесь нечего делать, только спать. Окей, ты нам особо-то и не нужен, да? Предел Баура. Ух ты, какая интересная штучка. Что это? Куда нам надо? Вслух, вот сюда. Короче, идем. А, это не то. Ой, чуть не запорол себя. Здесь нельзя пройти, нам нужно будет какой-то рычаг поднять. Вот опять эта штучка стоит такая странная. Я не шарю. Это не считается, мы не можем за это схватиться, да? Нам придется как-то обойти. А, скользко! Что это было? Что это такое сейчас было? Сдается мне, нам тут нужно будет какую-то способность, да, выучить?
Смотрите, камень. О, no. О, no, no, no. Ну, давайте пульнем вниз. На Бауру пофигу. Подохни. А, это лед, но я так и думал. Ой. Ой. Чё-то я коцаюсь. Чё-то мне... Чё-то сливаюсь, друзья мои. Вот так. Вот так. Вот так. Ух. Достали меня. Ей-богу, блин. А сюда нам и не пройти. Может быть, выше можно только... О май гад, о май гад, о май гад. Давайте подберем. Надо, очень надо. А че, я ж поставил, вот. Кыш, сливаюсь я. Когда я не хочу сражаться, все плохо. Надо хотеть сражаться, видимо, в этой игре. Короче, мы не можем пойти наверх, только вниз. Ему пофигу? Ладно. Воу-воу-воу-воу-воу. Что за котел? Больно? Следовало догадаться. Чтобы... А-а-а, взмах нам здесь понадобится. Давай, гори! Давайте попробуем еще раз. Вот он что дает? Зажгли! А! А, блин! Не ожидал я, что эта штука на меня нападет внезапно. Так, чё? Ну, в принципе, ладно, не будем брать. А мы создали-то для чего? Для чего мы это создали? Стало тепло, очевидно. Может быть, мы можем... Нет, вверх не пойдет. Давайте еще раз попробуем взмах сделать. Надо выбраться отсюда. Давай. Оп. Слил. Так. Есть. Давай, Баур, ну, поговори со мной. Храп. Знаете что, давайте еще подлечимся сразу. Погодите, эта штука стала другого цвета. Она отмерзла, кажется. Да, мы все печки зажгли. Сейчас этот край оттает. Понятненько. Это как барнакл. Чисто барнакл, да? Эй. Блин. Сволочьё. Давай. Уй. Еще. Еще. Слушай, они какие-то отстойные. Отстойные помощники в этот раз. Вот если только... Ага, я понял. Вот отсюда надо поймать. Ты чё, урод? Я тебя спрашиваю. Кто так пуляет? Во! Ну, не, ну говно. Ну говно ж какое-то. Ребят, сейчас сдохну. Так. Чё-то я не понимаю, что делать. Механику не могу ловить. Возможно, нам вообще не туда. Ну, естественно, нам не туда. Это просто бабосов поднять, а я не хочу. И это не нужно. У меня и так их дофига. И так неуязвим. Ноль смертей, друзья, до сих пор, понимаете? Опа. Черт. Чтобы... А, да-да-да. Приятно смотреть на зиму в игре, красивую такую. И пить... Теплый кофе. К сожалению, он уже подостыл слегонца, но ничего.
Ну, немножко, ну, немножечко. Бывает же такое, бывает. Стоп, надо наверх же. Бабла подзаработал. Ага, они заледенели все. Ноу! Ноу! А мы помним, что мы можем в песке. Только это как бы песок все-таки или снег больше? Бабла, бабла. Смотрите. Воу. Есть. Давайте его вышвырнем просто. Нельзя? Смотрите, какой крутой. Смотрите, какие штуки крутые делают. У него щит, оказывается, есть. Угу. Ну-ка. Задел. Сволочь такая. Знаешь, что... Что тебя ждет, дружище? Я тебя подожгу. Есть. Смертоубийство совершено. Я доволен. Куда? Я что-то там не видел, куда конкретно. Оу. Вот сюда. Это как-то я должен так изощриться, не знаю. Нифига себе, я должен зачеканить его, оказывается. Давайте. А, не в ту сторону направил. Бывает, сорянушка, сорянушка. Хорош. Давай. Ловко. Есть. Все, отмерзли, друзья мои, отмерзли. Сейвка. Давайте оставим его в покое. Все-таки он не виноват, что он такой... Говнюк. Нам надо заставить его бомбануть вот сюда. Давай, иди. Иди. Ко мне, давай. Самый... Ау. Я, может быть, я неправильно все понимаю? Погодите. Тут можно сломать. Но это... Я вижу, что можно пойти вот в эту сторону. Давайте это и сделаем. Хотя, по-моему, я и так могу. Нет, я так не смогу допрыгнуть. Чё-то я раскоцанный нынче. Есть. Выжил! 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 Хоть немножко могу Не подыхай, не подыхай. Есть. Вот, так спокойнее. Да, я даже не был здесь. Давайте... А, погодь, погодь. Погодь. Вот сюда надо. Ты чё здесь? Приветствую. Эй, замороза в пределе Баура все таким хрупким становится, знаешь, как разлетается на осколки карта. Вот, и я не знал, а вчера уронил одну, осколки были острые, как стекло. Не жилось приобрести карту этих мерзлых мест? 250, да, без проблем. Деньги-то есть. Отлично. О, здесь портальчик у нас. И еще вот, погодите, даже куда это нас ведет? Покорение высот, слух. Погоди, что это такое? Найдите память леса. А, нам в эту сторону нужно, не вот сюда, нам не нужен слух. Я что-то перепутал у себя в башке уже все. Не надо нам туда. Хорошо, давайте ждем, пока. Опа! Есть.
Можем разбить? Как? Надо как-то... Чтобы оттаяло, мы можем попробовать еще раз воспользоваться пламенем. Давайте воспользуемся. Хрен. Ну, может быть, мы можем отшвырнуть эту штуку? А, нет. Фу. Фу-ху. Не, нам так не получится сделать. Нам надо наверх. Ну, давай. Фу, нормально. Резко. Стоп, тут, наверное, что-то можно сломать будет, да? А, смотрите, они повсюду здесь стоят. Они здесь повсюду. Это клоны. Ладно. Ты здесь специально стоишь, чтобы я мог пролезть. Я понимаю. И благодарен тебе за это. Воу! О май гад! О май гад! О май гад! Отсюда просто нельзя выйти. Ну вот, все-таки подох. Погодите, нам никак, ну никак не выбраться оттуда. Так что не идем пока сюда, еще рано. Мы здесь какую-то способность должны освоить. Я надеюсь, что это, наконец-таки, способность... Блин, штука белка... Богобелка. Точно, богобелка ее надо называть. Мы освоим способность, как Супермен, взлетать. Нам нужна богобелка. Есть, наконец-то. Стоп. Оу! Ты куда ж ты? Давай, есть, наконец-то. Крик. Я и забыл уже про нее, я думаю, мы ее одолели. Видишь, видишь, она великолепна. Если смотреть издалека, конечно. Крик начала здесь охотиться, когда подули ледяные ветра. Я и сам не прочь попутешествовать, но вряд ли эта пташка порхает по пределу только из любопытства. Может, эта мерзлая пустошь оказалась лучше, чем край, откуда она родом? Бррр. Ток бесстрашный вообще, он ходит, ничего не боится, повсюду лезет. Прям как мы. Смотрите, нам... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это было бобо. Да что ж это? Что это было? Там эта штука, да? Понятно. Значит, нам надо... Давайте сначала посмотрим, куда нас этот снаряд приведет. Ага! Оно нам надо. Блин. Сейчас не запороться, у нас один хп остался. Нормуль. Далее будет вот этот снаряд. Ой, снаряд, ключ. Нифига, нам надо... Короче, нам нужно будет вниз резко прыгнуть. Вот он сюда упадет. Ну что, пробуем? Подули. Побежали. Хорош. Слажено. Значит, ключ номер один. Схватил меня все-таки. Маленький... Маленький паскудинчик. Давай, давай, скорее, ускори, ускори. Молодец. Ничего, ничего. Пару закоцаний, это ерунда. А, мы могли зацепиться крюком. Давай. Есть. Водопад. Водопад. Это водопад, который нам позволит забрать последнюю часть.
Как я не успел? Я же нажал. Игра, ты меня что? Специально меня провоцируешь, да? Вот считайте меня наивным, но вот хочется верить, что где-то такие вот миры существуют. Неужели у вас нет такого ощущения? Мне искренне хочется в них верить. И более того, хочется что-то такое же создавать. Эх, блин, быстрее бы комикс мой вышел. Я так хочу выпустить его быстрее. Мне так хочется вам показать уже. Я скоро... Я уже говорил на стриме на канале BFF, что я собираюсь его бесплатно. Первый комикс будет бесплатный по Game Hunters. И я подробнее об этом скажу в отдельном видео разговорном. Так, может здесь, кстати говоря? Правильно? Нет. Но нам сюда по-любому надо, так как там дерево. Да, без этого дерева мы не сможем ничего сделать. Поглотить свет. Прыжок вверх, да, по-любому. Световой всплеск. Окей, привяжите его к кнопке. Теперь вы сможете запускать взрывающиеся шары. То, что нужно, чтобы что-нибудь расплавить. Что-то это не то, что я ожидал. Новенькое что-то. Ладненько, давайте посмотрим. Избушка Тали, слух разведан. Что здесь? С помощью светового всплеска можно зажигать факел. Еще раз, как? Привяжите это умение к кнопке. Да, хорошо. Типа... Бам! Супер. Загадочное семя! Еще одно. Слушайте, прикольно. А будет все-таки этот прыжок вверх? Этот импульс, или как он называется? Или ее вырезали из игры? Потому что прикольная была способность. Мне такая нужна. Не знаю, как вам. Давайте, подохни. Прекрасно. Нанося удар импульсом по заряженным световым всплескам, можно забраться еще выше. Нанося удары импульсом по заряженным световым всплескам, можно забраться. Я сам си... нифига себе. Ты что такой косой? Есть. Я сам могу их себе пускать. Давайте, значит, научимся. Бросай. Это очень прикольно. Там руда есть. Чтобы ее получить. Как-то так, да? Слушайте, это значительно расширяет наши способности акробатические. И знаете, что подумал? А может быть мне создать какой-нибудь паблик? Господи, паблик. В ВК создать... тему или что-то, где вы сможете какие-то свои рассказы писать, свои миры создавать, или, может быть, свои комиксы. Наверняка кто-то из вас рисует комиксы. Может быть, вы можете что-то выложить, и все остальные посмотрят, и я в том числе. Пишите в комментах, надо оно вам, интересно было бы вам или нет. Заодно лайк ставьте. Окей, давайте... Теперь нам нужно вот вниз прямо. Кстати, сейчас сможем расплавить наконец-таки. Блин, как прикольно. Так, пополнить жизни. Все это мы сделали. Здесь выйти нельзя. Ладно. Придется в обход пиликать. А, как раз таки там мы должны будем поджечь этот фонарь. Стой.
Да чтоб тебя. Вот как раз таки мы можем теперь. Оп. Еще раз. Надо прям четко вверх швырять. Он все... Короче, получается у нас пучок этот мощнее мы можем кинуть. Больно. Это... Ау. Ау. Ну как-то вот... Что вообще происходит? Май гад. Стоп, давайте подлечимся. Нет, вот сюда. Вот сюда. Да, блин. Смотрите, не хочет стрелять. Он как-то, знаете, там есть автоэйм. Я прям чувствую, что они тут замутили его. А, вот даже как. В целом, нам даже этот фонарик толком не нужен был. Он что, активировал, получается? Так, нанося удар импульсом, чё? Можно забраться еще выше, да, это я понял. Видимо, нам нужно будет это сейчас сделать. Ну, погодите. Моки! Здравствуй, присаживайся к костру. Апчих! Мой костер все время гас из-за ветра, так что я прячусь тут в пещере. Увы, поделиться мне нечем. Могу поделиться только мечтой. Мечтой о супе. Хорошая мечта. А я могу его... чуть-чуть разогреть. Прости. Прости, дружище. Я... Сейчас все будет. Что не получается? Я думал... Вообще-то... Я думал, получится раздуть этот огонь. Во, не благодари. Взял, запорол ему все. Окей. Значит, мы пуляем. Опси-допси. Есть, нормально. Блин, как прикольно. Пошла, пошла, слизь. Какие-то механизмы начинают работать. Видите? Что это такое высунулось? Открылось. Ну-ка, давайте восстановимся. Блин, ну долго ли нам еще идти к этой штуке? Мы даже не продвинулись. Нам надо вот сюда. Ну куда? Я же спрыгну. Ну что же? Куда мы? Куда мы? Куда мы? Мне вот интересно, а кто же здесь будет боссом? Видели? Там какой-то огромный мячик. Ну, я так подозреваю, что мы сейчас можем как следует его зарядить. А, нет. Да что за фейл? Мама, мама. Хорошо. Это они хорошо сделали так. Ну-ка, пошел на шипы. Я сказал... Я что сказал? Давайте и его растопить. Это не работает. На шипы. Ау! Смотрите, мы можем сюда проникнуть. О-хо-хо-хо-хо. Сколько у нас уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 ячеек. Они решили по полной, да, ячейками нас зарядить в этой игре. Я уверен, это еще не предел. Мои тупости, я постоянно тыкоцаюсь нелепо. Это не сработает, да? А он там? Могло сработать это. Самое важное, что могло сработать. Упс. Упс. Аккуратненько. Хорош. Они вот так хотят, да?
Они хотят геморрой. Не могу. Не могу. Что произошло? Что мутится? Что-то там... Мы можем, по идее... Стоп. Не, погодите, может быть, нам надо чуть ниже? Здесь очень... Холодная вода, холодная по-любому. Так, знаете что? Я думаю, здесь стоит сделать паузу, потому что я чувствую, что нас ждет какой-то босс-файт лютый, который затянется очень надолго, и нам надо сделать логическую точку здесь. Это предбосс-файтный выпуск получается. Да, мы последний сейчас должны собрать, последний кусок. Нет, не последний, там еще в песках мы должны вернуться, да. Короче, всем огромное спасибо, друзья, что смотрели. Если вам понравилось, то шлеп лайк. И даже 2, а может и 10 лайков, не знаю, с 1000 аккаунтов, которые у вас есть. С маминых аккаунтов, с папиных аккаунтов, вот со всех сделайте лайк, мне будет очень приятно. Всем спасибо, друзья, с вами был Юджин. И да, я знаю, что я подряд выпускаю Резик и Орио. Сейчас хочется их быстрее закончить, а потом начать другие ролики выпускать. Какая-то у меня такая идея, короче. С вами был Юджин, люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. И всем 5!